Буквально несколько минут назад стало известно, что российская певица со своим мужем разбились во время океанской прогулки на катере. Многие звезды российской эстрады уезжают зимой в теплые страны и проводят там большую часть времени. Для российской певицы Наташи Ионовой, больше знакомой как Глюкоза, такое путешествие закончилось трагично. Звезда российской сцены, 35-летняя Глюкоза, вместе со своим мужем-бизнесменом Александром Чистяковым поехали на новогодние каникулы в Соединенные Штаты Америки, в штат Аризона, погреться на солнышке. Семья у Наташи спортивная, и Глюкоза уже не первый год может водить моторные катера. Но прогулки по рекам Америки на катерах весьма небезопасны. Многие из них просто кишат крокодилами. Видимо, управляя катером, Глюкоза испугалась крокодила, слишком сильно вывернула штурвал, и ее судно вылетело на берег. При падении на сушу певица очень сильно повредила голову. Муж Глюкозы, бизнесмен Александр Чистяков, сломал лучевую кость и получил ушиб обеих ног. Но все-таки это гораздо лучше, чем остаться с крокодилами один на один. Звездные супруги были экстренно госпитализированы.